В защиту главного права человека – права на жизнь в понедельник в Шадринском краеведческом музее открылась передвижная выставка под названием «Молчаливая революция». Экспозиция рассказывает о чуде человеческой жизни до рождения и носит характер резкой критики в отношении абортов и контрацепции. Молчаливая революция прошла в 39 городах России. Шадринск стал 40-м участником акции «В защиту жизни нерожденных детей и семейных ценностей». Экспозиция проводится нашими гостями из общественной организации города Долматова «Выбери жизнь». Организатор выставки, врач по образованию и мать пятерых детей Елена Климкина, по мере своих сил пытается уберечь женщин от абортов. На базе женской консультации у нас проводится предабортное консультирование женщин. То есть перед тем, как женщины идут на аборт, раз в неделю мы проводим лекцию, фильм, показ фильма и вопросы, которые возникают у этих женщин. То есть стараемся как бы помочь и духовно, когда-то материально где-то кому-то какая-то помощь нужна. Аборт, он всегда разрушает здоровье. Вот. Он разрушает не только физическое здоровье, но и духовное здоровье, к сожалению. Экспозиция представляет собой подборку информации, рассказывающей зрителям об истории абортов. Передвижная выставка проводится в форме лекций и видеопрезентации, где наглядно показана вся правда о процессе лишения жизни зачатого младенца. Выставка в кровавых тонах – своего рода шоковая терапия, направленная на то, чтобы уберечь молодых людей от ошибок, которые искалечат их жизнь. Конечно, нам бы хотелось, чтобы особенно молодое поколение, которое здесь будет присутствовать, в общем-то, сделали свои акцент в пользу многодетной семьи. Молодежь сейчас в основном, в общем-то, что? Настраивает на то, что живи, радуйся, получай удовольствие. Никто не хочет говорить об ответственности, никто не хочет говорить о том, ради чего мы живем. Поэтому, конечно, вот мы стараемся эту пустоту восполнять.